Дорогие земляки, нашу страну и весь мир посетила страшная инфекция COVID-19. Я хочу вам сказать, я 50 лет работаю в здравоохранении, и я не видел более страшной смерти, чем задыхание больного, когда больной не может дышать и когда этому больному не хватает аппаратов искусственной вентиляции. Это одышка, это и больной умирает во время этой одышки. У нас в крае всего лишь 39 случаев на 6 миллионов населения. Но в Москве значительно больше. Я хочу вас призвать, чтобы вы отсиделись дома. Я понимаю, это тяжелые времена для бизнесменов, но вы должны понимать, что вы ходите, если вы будете ходить, если вы будете общаться, вы не представляете, как эта зараза, чем она опасна. Вы должны сидеть дома, вы должны, все у вас к этому возможности. Если вы ходите в магазин, вы должны одевать перчатки, которые выдаются в магазинах, вы должны одевать маски. Я вас заклинаю, пожалуйста, сделайте так, как вас просит правительство, как вас просит губернатор.